Музыка и возвышенное слово. Под таким названием в день рождения Будышек Емуни артисты Государственного хора Калмыкии выступят с концертом в Калмыцкой государственной филармонии имени Манджиева. В ходе вечера прозвучат хоровые произведения Щедрина, Рябова, Леденева, Манджиева и других отечественных композиторов. Особое внимание в концертной программе уделят произведениям современного отечественного композитора Юрия Фалика, чье хоровое творчество занимает особое место в искусстве, сообщила главный хормейстер Государственного хора Калмыкии Екатерина Дарджиева. В концерте прозвучат произведения современных композиторов. Вы услышите, как современные композиторы интерпретируют, как слышат, чувствуют стихи поэтов. И, конечно же, также мы не могли не включить в программу произведение нашего Аркадия Наиминовича Манджиева.